Алексея Грошевика, руководителя муниципального оркестра, наградили дипломом лауреата премии губернатора Колымы за активную концертно-просветительскую деятельность. Как работает муниципальный оркестр во время пандемии? По словам Алексея Грошевика, самоизоляция побудила музыкантов на создание новых проектов. Большинство из них осуществили в онлайн-формате. Под 9 мая был сделан у нас ролик отличный, который прошел по всей России. И благодаря ему мы стали даже популярными в какой-то мере. После этого предлагали нам пару проектов очень интересных. Там международный проект один, мы участвовали в нем. Ну, в смысле, все это было, конечно, онлайн. Онлайн-проекты. Вот. И наши ролики, которые делались во время пандемии, тоже оказались популярными. И один ролик даже нас взял канал Russia Today в свой проект и показал его в Мексике. Это было очень приятно и неожиданно. В прошедшие выходные оркестр выступил на ежегодном шествии Дедов Морозов. Играть музыканты будут и на новогодних елках, но с учетом всех требований Роспотребнадзора. Также артисты планируют и дальше реализовывать свои проекты в онлайн-формате. К Новому году музыканты сделают несколько роликов, а в январе планируют принять участие в онлайн-концерте.